Друзья, всем привет! Ну вот мы первый раз в этом сезоне выбрались на рыбалочку с Сергуней. Я здесь. Да, я здесь. Ловим потихонечку плотвичку, смотрим новые места, изучаем. Уже очень много лет, наверное, даже, да? Не месяцев, а лет мы думали, чтобы попасть в это место, посмотреть болото. Получается, здесь сеть озер и речка проходит, соединяет эти озера и проходит через болото. Болото довольно перспективное, судя по Близганцу и судя по карте. Есть и топи, и все остальное. Вот решили выбраться, посмотреть, может быть, на перспективу как-нибудь на охоту сюда съездить. Единственное, что мы вчера добирались до сюда, ну это сказать, что это трэш, это ничего не сказать, да? В час ночи приехали, потому что и в три места мы тыркались. В два приехали даже, да. Да, и еле-еле получилось у нас к берегу подъехать. В общем, вот так вот. Ну, будет что интересного, обязательно покажу. Смотри. Раз. И пошло клевать. Оп, сошел. Да, да не спеши ты. Думаешь? Ну. Сейчас научу тебя. Светы давать будешь, да? Вот это сорожено. Сережина сорожена. Сорожена, по-моему. Ну и рожа у Сережи, что он поймал сорожину. Ну да. Хороша, да? Ух. Сережа сорожу. Сережа сорожу ловит. Витя не ловит. Витя тоже ловит. Так-то. Просто Витя в руки взял камеру. Решил немножко поснимать. Как у Сережи ловится сорожа. Ну, чик, 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 чик. Кабаняка. Хорошая. Ну, хорошая плотва. Друзья, кому интересно, едем вдоль болота этого. Места просто шикарные. Просто шикарные. Еще, судя по карте, там топи. Должно быть все нормально. Сейчас немного проедем, да. Там немного проедем, там будет прям выход оттуда на болото. Будет перекресток речек, солнцезер. Очень красивые места, конечно. Ляпота. Смотрите, сколько рыбы наловили. Так особо не ловили. Пробовали там. Да. Клюет только кидает. Клюет везде, блин. Все по-новому красиво вообще. По-своему. Так, сейчас бочком навалим чуть-чуть. Тихонечко навалим. Да, вообще дальше круто. Бобровая хата раскопана. Мишка, видимо. Медведь, да? Похож, да. Рыба гуляет везде. Мелкая, но гуляет. Ну вот, ну, ребят, болото, которое... на которое мы все хотели попасть. В итоге вот попали. Просто ни конца, ни края ему нет. Серега уже прогулялись по нему немножко. Камеру с собой не взял. Вот вернулись к лодке. Показываю вам. Просто капец. Необъятное такое. И уже прошли, посмотрели. И топи есть, все есть. Что немаловажно, здесь недалеко есть поля. И вот одно из предположений наших, то что поля очень сильно весной привлекают, а осенью как-то больше болотами. Но есть болото возле полей, и там довольно успешно можно охотиться.
Вот это одно из таких болот. Планируем, может быть, в следующем году получится сюда на Весновку заехать. Здесь поохотиться. Все точно подузнаем. Как, чего, где дороги чистят, где нет. И, может быть, будем планировать в следующем году выезд сюда. Вот такое вот классное болотце нашли. Серега доволен, я тоже доволен. Как бы все классно. Ну что, Серег, как тебе? Надо место для стойбища какое-то найти. Ну такое, что не потушит, соответственно. Ну сейчас пройдем по речке немножко еще. Посмотрим, может быть, там есть какое-то место. Хотим приготовить уху из плотвы и жареную салаку. Вот такую вот. Ну что, друзья, наконец у нас уха из свежепойманной рыбки. Салаку будем жарить, а из плотвы будем делать ушицу. Картошечка уже варится. Тут все просто. Картошка отваривается. Кому нравится морковь, кому нет, мы ложим лук. После чего закидывается рыба, вот и все. Ну, посолить, поперчить. Понятно. Все очень быстро, но очень вкусно. Готовим. Обязательно улов, который сегодня поймали, просаливаем. Потому что плотва, рыба такая нежная, шибка. Все равно она пойдет на вялку. Очень быстро портится. На улице плюс хороший. Ну, хорошенько просолить. Все, а дома развесить уже. Решили попробовать пожарить рыбку в масле, так как нет муки, не взяли. Боимся, что подгорит. Пробуем так. Масло все равно до дома не довести. Кто-то растает. А вдруг получится? Получится по-любому. Так. Кладем рыбку. Сегодня будем есть жареную салатку. Салатку, да. Лена сковородку свою увидит. Помню тебе добрым словом. Ну. Огонь. Красотища, может чуть ниже, наверное. Или отдали чуть-чуть. Костер дрова болит. Что, снимаем ушицу? Ушица готова. Ставишь на стол. Класс. Да.
Красота, да. О. Как бы зелень даже никуда покрошить. Вот такая вот рыбка у нас получилась. Свежепойманная. Да, свежепойманная. Еще впереди жареная салака будет. Ну. И ушица. Все. Вода. Нам приятного аппетита. Ого себе. О. Аж бы слезы выбило. Угу. Горчички мазанул. Думал, магазинная обычная такая, лайтовая. Не тут-то было. Как армейская. Ах ты, черт побери. Такая плотвичка. Давно. С собой взяли перекусик. Думаем сегодня половить подольше в этом месте. В одном месте остановились, где вчера ловили не поклевки. Приехали опять в эти устья маленькой этой речушки и даем оторваться. Да. Уже прилично. Вот, да. Окушки нет, нет даже. Да, пара окуней таких Серега подцепил, вообще отличных. Не стыдно и в коптилку такие закинуть. Салака хорошая. Короче, вся рыбка такого качественного веса и формата. Опа. Ну, хорошую селёдину поймали. Блин, ну салага такая, прям путняя. Вчера нажарили, очень вкусно. Такую надо брать. О-о-о. Ой, а что это, окунь? Нифига себе. Вот так. Вот это было. Нифига. Да, подожди. Такие кушки попадаются. Есть хорошие. Хорош, хорош. Ну, еще такого берем. Да? Я думаю, что ты там тянешь? Езя, что ли, какого? Я тоже думал, что плотный. Да, нормально дышит. Ничего не скажешь. А мы салату. Радует. Да. Чтобы знать. Щука подошла. Серый, возьмешь? Не-не, бери окунь, окунь. О! Кабаняка. Вот такие вот поклевывают. Ну, выходит окушок. Вообще. Хорошо зацепил, покажи. Ну, вообще знатно. Вот и мне фартануло. Вот у меня такой кусок клюнул. Серега уже двух таких вытянул. И мне бахнул. Классно, че. Уже наловили тут плотвы этой салаки. Вот, целый пакет. Ну хорошо. Будете завялись в этом году. Отлично. Вот это плотвинка. Такая плотва попадает, так что ловим дальше, может даже будет еще покрупнее. Просто капец. Просто... Салака. Это селёдины. Просто. Серый не перестает удивлять еще одного окуня. Потихоньку, нет, нет. Этот да. Даже покрупнее, да, чем все эти? Нет, нет, да. Одного из десяти. Вот видишь, хороший. Да.
Да, это кусочек знатный. Нет-нет, да клюнет. Ну, вот так вот половили плотвички за пару часиков, пару ведерок. И клюет, и клюет, и клюет. Ну? Ну вот так, друзья, все загрузили. Собираемся домой. На этом наша рыбалочка окончена. Половили неплохо, нашли болото. В общем, все задачи выполнили.